Доброе утро всем, друзья. Сижу сейчас на болоте, клюкву собираю. Пока суть до дела, сушится рыбка. Решил сделать вылазку за клюквой. Клюквы не так уж много. Вот видите, если видно. Собираю руками, комбайн свой ручной не подключая. Решил сегодня так, разведывательная вылазка. Клюква хорошая, да? Крупная в этом году. В том году мелкая была, в этом году крупновато. Это единственная ягода у нас, которая может поставить человека раком. Я имею в виду то, что собирать ее приходится, согнувшись, три погибели. Конечно, на коленях можно ползать, но вода вокруг. Приходится, наклонившись, ходить и драть. Не люблю так собирать. Болота еще мягкие. Лучше, конечно, после заморозков, когда качкарник возьмется коркой, ее легче собирать можно половником. Просто рукой загребаешь, она наверху. Сейчас она еще прячется во мху. Денек-то какой, вокруг золотая осень начинается. Лес желтый. Там вдалеке моя пайба сиротинушка стоит. Ведро собираю потом в пайбу. Ну и вот пока чебачок сушится, собираю ягоду. 6 литров уже насобирал. Ну, прошло сколько? Не соврать, минут 40. Но это не есть хорошо. За минут 40 можно литров 15 уже собрать. Ну, говорю, не шибко много. Да и место такое, мне нравится, знаете. Всю жизнь здесь один собираю, никого никогда не видел. Есть такие места, в которые все время ходишь, ходишь, ходишь. И никого здесь не наблюдаешь. Это радует. Народ сейчас стремится в основном покупать, редко кто... Сейчас уже собираю. Сейчас и люди загружены работой. Можно понять, почему-то стало так. Люди всю жизнь находятся сейчас на работе. Но я по сменам работаю, пока могу себе позволить заниматься приятным делом. Болото не топкие. Ну как не топкие? Не вступаешь, вода. В этом году сухо. В том году здесь лазил, можно сказать, по колено воды было. В этом году нормально. Завтра опять на рыбалку. Ну и вот так, все циклично здесь повторяется. Охота еще рано охотиться, потому что, ну, не люблю я листва, видите, еще. Везде листва. Птица на подслухе. Собака посадит, чуть где-то листики ветром. Птица уже раз срывается. То есть заготавливать для охоты на соболя пернатую дичь еще рано. По дорогам ее много, едешь, сидит, но по дорогам убивать последнее дело. Так что вот так, ребята, впереди ждет много интересного. В этом году, я надеюсь, настрою свою эту долбанную камеру, на ходу все снимать. Наверное, попрошу какого-нибудь молодого, чтобы мне монтажировали ролики. Потому что не шибко с интересом с телефона, ты постоянно одной рукой инвалид, ё-моё. Вот такие вот дела. Чуть попозже за брусника еще надо на зиму затарить. Огороды уже все закончили, все прибрались, убрали. Короче, дел море. Тут, вы знаете, ребят, что 6 рук иметь бы. Или клонировать себя, чтобы один туда, один туда, один и туда. Вот это было бы дело, но пока такой функции человечество не имеет. Ну, кому сейчас легко, как говорится. Вот, ходим, бродим, собираем. Вот видите, какая. Видно, не знаю. Вот она. Крупная такая, как вишня, дикая вишня. О. Ну ладно, друзья, увидимся. Пишите, подписывайтесь. Всем удачи, ребят. Не бросайте лесное дело. Это дело такое приятное для души. Отдыхаешь здесь, как говорится, даже работая. Самое главное, не губите природу, мужики. И всегда повторяю, не берите лишнего. Все, до связи.